звучит эта экспертиза. Одним словом, я думаю, поскольку алиментное обязательство исполняется аккуратно, нет никаких оснований препятствовать во встречах отца с родным мальчиком, ребенком, с родным сыном. Думаю, что это капризы Виктории и не более того. Ну и, наконец, нет постановления суда о лишении родительских прав. Я прошу Виктории обо всем этом помнить. Хочу заметить, что на момент, когда решение суда выносилось, у нас были самые хорошие отношения. Мы продолжали встречаться, дружеские отношения с мальчиком. Опять же, моя бывшая супруга не препятствовала во встречах. Что произошло за эти 2 года, остается только догадываться. У меня сейчас все... мы попробуем не догадаться, а спросим как раз у Виктории, что же все-таки, может быть, случилось, захотите вы рассказать или нет. И что вы скажете на вот, впечатление Виктора о ситуации? Виктория, угу. Будьте добры. Марина Юрьевна, у нас сейчас сложилась такая ситуация, что... Я вышла замуж, и мне бы хотелось, чтобы мой ребенок привык к моему новому избранному супругу. И, конечно, это будет его травмировать, если он будет встречаться и с папой, и с моим новым избранником. И мне бы хотелось все-таки, чтобы пока еще ребенок маленький, чтобы он называл его папой. Это очень эгоистично со стороны Виктории. Виктор, подождите секундочку. Пусть... У него еще пока его психологический контент не сформирован, и поэтому я думаю, что у нас это получится. Поэтому я пока препятствую тому, чтобы он встречался с родным отцом, так как у нас семья теперь... с моим новым избранником, и поэтому мне бы хотелось, чтобы она была такая же полная, и чтобы сын привык вот именно к моему новому мужу. И чувствовал себя в полной семье, а не разбегался то к папе, там, то здесь у него папа, то там папа, для него это будет еще непонятно. И вот вы действительно чувствуете, что вот так будет лучше? Да, я считаю, что так будет лучше для моего сына. Для его вот именно психологического, да, психологического состояния. А можно я вас спрошу, а ваш сын, как он думает? Как по-вашему? Что он чувствует? Ну, вы знаете, он еще маленький. Я с ним, в общем-то, на эту тему не беседовала. Я считаю, что так лучше будет для него. Ну, то есть вы в силу того, что ребенок еще мал, думаете, что ваше решение единственное будет верным, да? Да, и стараюсь на эту тему наоборот не говорить и напоминать ему о папе. Ну вот какое-то время вы уже попробовали вот эту новую модель ваших отношений реализовать, так? Да. То есть я поняла, что уже некоторое время встречи запрещены. Вот. И как это дало результат? Ну, пока процесс идет.